Всем привет, с вами Крейзи. И сегодня у меня просто гениальнейшая идея. Симп, когда узнал, уже через секунду был в руме и был готов играть. Интересно, почему бы это? Ну, в общем, сегодня мы играем только на афроамериканских персонажах. Ну, вы поняли. По основным же все просто. Персов выбираем друг другу сами, то есть сам себе, вот. После чего мы узнаем карту, то есть сначала перса, а потом карту. Будет весело, приятного просмотра. Погнали! Насчет моего соперника, это Симпа, я думаю, все вы его знаете. Если вдруг нет, то я оставлю ссылку в описании, так и быть, можете посмотреть, что он там снимает. Ну а сейчас мы выберем перса и потом узнаем, где мы будем играть. Знаете, персов их вообще немного, которые удовлетворяют условиям нашим. Штук, наверное, 10. Я на Мэка, Симпа на Сэнди. Победить, ну реально, если карта будет хорошей. Сейчас мы ее узнаем, может быть даже ШД. Все решит рандомайзер. И первый жим у нас это гемы. Далеко не самая удачная карта уж явно, но я постараюсь что-то сделать. Погнали, Мэг против Сэнди. Сэнди противник жесткий, к тому же карта явно под него. Ну ему больше подходит карта, безусловно, чем мне. Я надеялся увидеть что-то более открытое, хотя тоже мне не очень удобно открытую карту, потому что хп у меня мало. Что ж, пока непонятно, что он делает, но тем не менее я уже выигрываю и знак-то хороший. Если он мне решил на базе ждать, то тоже тема не очень. Ну, недейственная какая-то. Нет, а без шуток, а что он делает? Так, вот машина. И... чего? С каких пор меха сбивается гаджетом? Или так всегда было? Просто я не в курсе. Ну, это печально. Я думал, сейчас обращусь в меху. И все, лицо ему снесу. А получилось, что наоборот как-то. Ну, все плохо тогда. Уже счет сейчас будет 7-0. А, как бы, шансы-то есть еще, но я не знаю. Очень тяжко будет сейчас подойти, что-то сделать. Он меня просто не пустит, у него еще два гаджета вроде бы. Сейчас, конечно, я не выйду с мехи, но не знаю. Так, ну бей! Боже, я жму-жму ульту, почему не бьет, я не понимаю. Чё за бред? Ну и да, мы проиграли походу. Да я не понимаю. Я жму-жму ульту, чтобы било, а она не бьет. Ладно, еще в первый раз, там гаджет, допустим. Во второй я должен был успеть. Окей. Ладно, счет 1-0 не в мою пользу, но шансы забрать его были, был бы камбэк прям классный. Но что ж, не получилось. Второго перса я тоже уже выбрал. И это Роза. Она выиграет почти любого из этого списка, вообще всех, по-моему. Против, кстати, Амбер. Ну, у меня все шансы. Но тоже зависит от карты, естественно. Печально только, что он жгет мои кусты. И второй режим это сейф. По-моему, Симпы шансов просто ноль. Посмотрите на карту. Какие у него шансы? Мне кажется, их нет. Но сейчас мы это и узнаем. Погнали в катку. Гаджет я сделал все-таки на кусты, потому что, ну, от второго толку, по-моему, еще меньше, чем от этого. Эти он сожгет, но уже потом. А ульту надо еще накопить, которую, надеюсь, он не накопит вообще. Но это маловероятно. Что ж, давайте постараемся его убить. Так, я же должен его догнать. Да, да, догнал. Все, он умер. Ну, я тоже, но он тоже. Поэтому я считаю это успешно. Размен хороший. Я набил ульту, получается. А он свою слил. Все шансы сейчас пройти и снести ему хп. По-моему, план капкан. Так, да боже. Против Амбер сложно играть, у нее просто дофига зарядов. Они просто не кончаются. Так, это он зря сделал, кстати говоря, потому что у него ульта готова. И все, Симпа снова умер. Только вот кусты мы сжег, это печально. Зачем так делать, что они ему сделали, не понимаю. Так, давайте встанем вот сюда, фиг у меня найдет. Где Крейзи? Нету Крейзи. И постараемся снести как можно больше хп. Потому что он пока мне несет нисколько. А я уже, кстати, 18%, 18%. Ну, кстати, по-моему, все шансы. Я так говорил, но мне казалось, мало ли, вдруг нет. Опять кусты, что они ему сделали, я не понимаю. Ой, плохой, кстати, ульта ужасная была. Он мог пройти, ну, точнее, задеть меня и потом пройти и снести много хп. Но что он делает, я не понимаю. Очень странные действия, честно говоря. Ну да, он умер. Я еще не поджегся. Нормально, кстати. По-моему, это успех. Прям четко, у меня еще и отхил лютейший. Все уже, фул хп. Нет, тут без шансов. Я еще думал, что он, может быть, выиграет вообще без шансов. Это точно моя катка. Ну просто, сейчас мы даже выйти не дам. Что он сделает? Правильно, ничего. А кусты он сломает, точнее, стены. Не может. Да я, в общем-то, тоже. А чего не поджег, я не понимаю. Что он делает? Он сейчас меня мог забрать максимально просто, но почему-то он этого не сделал. Но он просто не поджег почему-то. Странно.
Что ж, ну и все, сейчас мы просто как можно больше вносим. Даже если я умру, а я не умру, кстати говоря, то ХП у меня уже очень много снесено, и он меня просто не догонит. Но даже если он сейчас на меня сбивает и идет бить мой сейф, то уже шансов догнать меня просто их нет. Вообще нереально. Все, это моя победа. Но еще две катки, и я планирую сегодня выиграть, как и в прошлый раз. В прошлый не вышло, но сегодня я сделаю все возможное. Погнали третий перс, и я взял Брока, точнее выбрал. По-моему, он много где хорош, и у меня есть шансы... А у него прима. Шансов нет, мне ГГ. Я думаю, это именно так. По карте у нас это осада, разборки, присборки. Крутили мы несколько раз, потому что попались второй раз гемы, а играть два раз гемы, честно, не хочется. Против прима будет, ну нифига не просто. Тушка в 9000 хп. Его еще убей. Да и к тому же, тут не обязательно драться, а может просто бегать, собирать болты, о чем я и говорю. Что это за тактика, боже? Ладно, все под контролем, я постараюсь, хотя хз. Он запрыгнет мне в соло, снесет полбазы. Вот без шуток, по-моему, примерно так и будет. Вроде бы он не успевает, это прекрасно, конечно. Но я не знаю, какие шансы все равно. Он же соберет первым осаду, ну стопудово. И что я буду делать? Вопрос хороший, потому что я вообще без понятия. Так, я должен отдать... Да, нет, не улетело. Блин, я так хотел собрать болт, а он не улетел. Что ж, атака точно его. Да фиг знает, что делать, как так вообще? Просто это же бред. Как его убить? Тут еще и карта не раскрытая нифига. Так что не знаю. Ну да, он выигрывает 100%. А отбить атаку я постараюсь. Но что-то прям как-то нереально, по-моему. Ну а то если получится, то скорее всего это будет уже моя осада. И там, я думаю, я заберу. Но надо дефаться как-то. Надо будет очень сильно постараться, потому что как бы у него само 9000 хп, а еще и робот, кто рос, что там? 30 вроде. У робота вроде 30. Девятый бот. Что ж, давайте постараемся дефаться. По-моему, реально 30-ка у босса. Так, ой, это было плохо. Кто знал, что у него вообще этот гаджет? А, я знал. Он же вначале кидал. Да как так-то, я не знаю. Это мисклик, давай еще раз, у меня залагало. Ну и все, короче, походу. Хотя, в принципе, шансы были одефаться. Если бы я хотя бы немножко лучше отыграл. Но ладно, счет 2-1 в его пользу. Давайте теперь я возьму прима. Он контрит здесь просто всех. Всех, кроме Розы. Роза его контрит. И, конечно же, Симпа взял Розу. Естественно. А теперь у нас баунти, карта, скрытая угроза. Карта явно под Симпу. Мне будет прям сложно. Мы перекрутили, потому что попался сейф. А сейф мы уже играли. Ну что ж, погнали. У меня есть тактика, которой я буду придерживаться. Правда, пока еще не придумал тактику. Но действуем по ситуации. Что ж. Блин, почему я не задел его ни разу? Что за фигня? У него скорость, у меня же скорости нету. Я взял себе щит, чтобы было еще больше хп. И, конечно же, урон. Но что-то пока, знаете, не очень получилось. Он чисто забрал меня, во-первых. И, во-вторых, забрал еще звезду. Так что неудачненько. Так, еще одну ульту. Да сдох ты, наконец, что это? Да, он умер, это хорошо. Но это же просто бред. Почтом надо дать столько, чтобы он сдох, наконец. Там миллион тык, это ужас. Как играть? Снова заморозка, спасибо. Не все еще потеряно. Куда ты лезешь? Что это? Ладно, отойдем. Что ж, я думаю, все шансы у меня имеются. Так, ульту лови. Когда у меня есть ульта, у него тоже, естественно. Так у него еще и пассивка, скорее всего, на урон. И гирс тоже, я думаю. Но, тем не менее, он сдох. Осталась минута. Надо как-то продержаться, конечно, заморозка, спасибо. Что-то я не знаю, продержусь ли я еще минуту, целую минуту. Это очень много подумать так-то. Так, надо улетать. Что-то я прям лоу. Отстань. Ну что это все? Да пошел ты вон, Ан, что это? Ладно. Попробуем отыграться. Постараемся. Да боже, как так? Я просто не смог накопить на ульту вовремя. Окей, сейчас он будет просто бегать. Конечно же, зачем ему лезть? Это глупо. Я его понимаю, но, блин, я проигрываю. Это нехорошо. Да ну нет, ну нет. Все, мы, походу, проиграли. Это третье поражение, то есть Симпа, похоже, выиграл эту дуэль. Да ну как так-то? Да боже, что это? Потому что у него перса лучше. Он читер какой-то. Он знает будущее, что я возьму и берет лучше, чем я. Определенно, ну все.
Ну, я был близок. Что говорите, у меня были шансы, просто не повезло. Шансы явно были. Ну, а на этом у меня все. Наконец-то кто-то из нас победил. Жалко, что не я, но тем не менее, наконец-то не ничья. У нас уже было сколько ничей, по-моему, штуки так 3 вроде бы. И наконец-то хоть кто-то выиграл. Я возьму реванш, но не сегодня. Что ж, ну у меня все. Спасибо за просмотр. Понравилось, ставь лайк и подписка. Удачи и пока-пока.